people with people faces. Сказала, что нам будет хорошо после нее. Пиво с девочки не пьют. Когда Диана позавтракала вкусно, плотно, и там еще были яйца и чай. Самое главное это яйца. Как положить фотографии. Это был мой желудок. Реально, не знаю, на каком языке разговаривать, и решила говорить на русском. И, может быть, иногда вставлять английские какие-то фразочки, чтобы мне было легче потом все это переводить на английский. Я хотела сказать, что я голодная. Это первым делом. А во-вторых, я в Амстердаме. Объясняю, почему я одна сейчас, потому что подружка, которая должна была приехать из Баку, ей не дали визу. И... из-за этого я оказалась одна в Амстердаме, а мои девчонки со Швеции приедут только вечером, сегодня. А пока что я хотела вам показать, как выглядит наш хостел. Он две остановки от аэропорта на поезде Интерсити, который стоит где-то 5 евро. Не где-то, а 5 евро. В метро, кстати говоря, нужно и чекиниться, и чекаутся, поэтому не теряйте карточку. Сейчас покажу вам, как выглядит хостел. У нас комната, точнее... называется Princess Room, и, как видите, на обоях принцессы. Вот. Все такое розовое. 10 кроватей, у каждого свой локер. Тут место для чемодана. Вот я положила свой чемодан туда. У каждого есть полочка, зарядное устройство. Все чистенько, аккуратненько. У них еще бесплатный, оказывается, есть завтрак. Ну, там, конечно, чай, хлеб, там масло, сыр, наверное, что-то такое совсем, да, стандартные, но все равно потом у них каждый вечер какие-то эти развлечения. Например, по-моему, сегодня она сказала, завтра будет movie night. И за этот хостел мы заплатили 100 евро на человека за 3 дня. Как я и говорила, эта комната называется принцесса. Эта комната называется 50 Shades of Grey. Я не знаю, что случилось с камерой. Короче, вот балкончик. Ну, не балкончик, а терраса. Вот там такие столы, там еще вот. Даже давайте выйду, ладно. Так уж и быть, я выйду. Вот. Вот такие. Тут, наверное, можно арендовать велосипеды. Вот. Еще одна комната Kill Bill называется. Вот так выглядят туалетные комнатки. Вот это гостиная. Там вот кухня, вот тут ресепшн, вот здесь вот книжки разные, игры, всякое такое. Убиваться, искать ресторан или кафе 20 минут и потом купить панини. Я сейчас доехала наконец-то до центра, хожу, не знаю куда иду, хочу просто потеряться там. А первое впечатление, конечно, очень много людей, очень много просто и очень красиво. Вот. Первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я подошла чуть ближе к этим зданиям, это типа Венеция. Закинут рыбу ловы лески. Не могу снимать это, но ну, здесь такая красивая церковь, и прямо напротив нее полно вот таких мест, где продаются, нет, точнее, женщины продают сервис. Я не знаю, как их покультурнее еще назвать. Я только чуть-чуть не обосралась, я проходила мимо этих, ну, витрин, и я реально спрятала камеру, но она у меня в руках была, но она была выключенная. И она как начала стучаться такая в окно, типа...
и что-то начала говорить, типа, убери камеру. Да, я даже не снимала, бедная, я знаю, что их нельзя снимать. Но меня просто так накачали. Фу, и здесь так воняет, просто во всем городе воняет. Вы поняли сами, чем. It's me when the woman from the window knocked. I was scared like that. Ой, это когда я испугалась той женщины, которая стучалась в окно резко. Даже пакет тут вот такой. People in the back, sorry about the view. The smiling. Yeah, enjoy it. Смотрите, какой магазин! Примарк! Примарк, ребята, Примарк! Это же все! Сейчас джама здесь будет до 12, здесь он открыт. Это мой рай! Тот неловкий момент, когда рядом девушка сидит, примеряет каблуки, а я взяла Стича. Стича! 80 евро. 80 евро. 80. Я знала, что нельзя заходить в Примарк мне одной. Кстати говоря, прошло 2.5 часа. Угадайте, кто сел не на тот поезд? Гении. Наконец-то еда. Что случилось? Внимательно. Да, вот так. А я даже не умею идти. А я так надо было шапку снимай, пельмень свой. Доброе утро. Ужас. Они вот. Угадайте, кто вас будет на метро? И такая, 2 hours later. Забукали, точнее, Sandman's free walking tour. Ну, типа, бесплатный тур по Амстердаму. Ну, тематика вообще этих туров, почему она бесплатная, они дают возможность самим нам решать, сколько давать гиду. То есть ты можешь не дать вообще. И можешь дать там 2 евро или 5 евро. К сожалению, туры только на английском и на испанском. Начинаем! Но он пока так себе, если честно, гид. Ну, то есть в Барселоне, когда я была на этих бесплатных турах, они более делали информативно. В Мадриде тоже было так же, в Праге было очень интересно. А здесь как-то пока что он ничего такого не сказал. Он рассказывал, как строился Амстердам. То есть Амстердам был построен людьми. Тут было просто... вода была, то есть они, люди сами начали это все раздумывать, как правильно воду направить. И вот так появились эти каналы и все такое. We have cafes that sell coffee, and we got coffee shops that do not sell coffee. Everybody gives you advice, yeah, on how to live your life, how to live your life. Don't you know that life is full of surprises? You better realize, better realize. Nobody knows, nobody knows what's in your soul and how your heart works. Нам так скучно, даже мне просто скучно. Даже мне, которая любит туры. Это мне так скучно, потому что я ушла фотографироваться. Это раньше была церковь, а сейчас они сделали из этого Irish pub. Уставшие пташки. You can do it right now.
самое узкое здание в Амстердаме красного цвета. Мы очень плохие люди. Мы просто ушли с последней остановки и не заплатили за тур. Если честно, тур был так себе, было, ну, он как будто взял с Википедии все прочитал и просто рассказывал. То есть не было никаких интересных фактов, и поэтому, то есть по совести, да, я бы заплатила только лишь потому, что я уже пришла, а от души нет, я бы не заплатила. А вот раньше, когда я ходила на все их туры, я прям, у меня не было возможности платить много, но я прям хотела аж 50 евро отдать, потому что настолько были интересные факты о определенных зданиях, о определенных местах. Хотели покушать, не знаем, как это все будет, но вроде бы в интернете у них 4,5 звезды, поэтому должно быть вкусненько. А мы заказали бургеры, кстати, бургерный. Как он называется? Бургер бар. И мы хотели на улице сесть под солнышком. Мы сели на улице, но не под солнышком. Подготовка к красивой фотографии. Вот прикольная какая-то сосулька. Сказала, что нам будет хорошо после нее. Плохо? Невкусно? У меня клево, да? Вот, смотрите, еще больше там. Если у вас есть чувство юмора, то эти магазины именно для вас. Что ты мой сидр снимаешь, а? Потому что пиво ж девочки не пьют. Everybody watch. You guys give me a little more, I give you a lot back more in return. Bloody hell, it's like a Hitchcock movie. But... Bloody hell. Hang on. Hook the top strap just like this. There's only one thing left to do. Мы почти доехали, почти. Сделали пересадочку, покатались на трамвайчике. Я даже сняла кусочек немножко. Не знаю, как там вообще получилось, но не суть. Сейчас ищем, где подкрепиться. И сегодня хотим пойти в музей восковых фигур. То, что мадам Туссо или как-то так, короче. Не знаю, мне очень нравится атмосфера города самого. Но, если честно, мы до сих пор так и не разобрались. Куда идти, как идти, он очень похож, ну, каждый кусок Амстердама похож на другой, и ты просто не понимаешь, ты здесь был до этого или не был. И как-то сложно, он как-то вот расположен, там канал, там дома, канал, дома, они вот так дугой как-то идут. Мне, в общем, немножко непонятненько. Вот что мы нашли, рынок, фрукты, овощи, цветошки, пока мы ждем завтрак. А я забыла, по-моему, я не сказала, что мы завтра должны где-то час ждать, потому что там места не было. Она записала waiting list. Взяла такой смузи, celery juice, там еще было банан, апельсин. А что еще было в моем? Апельсин, celery, банан и что-то еще было. Что-то еще было, я забыла. Оказывается, он называется сельдерей. И мне очень понравилось, кстати. Какой запах. Мы попробовали еще их, точнее, я еще не попробовала, они уже его жрут, как видите, очень вкусно. Так что пробуйте их традиционные вафельки. Просто мы взяли с нутеллой, можно с карамелью. И шоколадом. Это мы купили, кстати говоря, на... Это ярмарки, но они еще много там мест, где они делают их. Только посмотрите на эту юбочку. Ничего необычного, всего лишь странные птицы в центре.
Сейчас, блядь, как, он как клюнет, так и все, блядь, и башки не будет. Ой, блядь. Ой. Ты можешь здесь свою кепку сделать своим именем или с чем хотите. Классно, прям при вас делают, смотрите. Нам резко позвонили. И такие, типа, ваше место освободилось. И мы просто... Столько людей, толпа людей. Машины, дороги переходить. Трамваи. В общем, мы бежим, бежим такие. Мы, короче, мы пришли. Сейчас будем пробовать. И я скажу, is it worth it or not? Она вообще затирала. Ага, все, начали фоткаться. Все, все, начали фоткаться. Я тоже хочу. Солнышко! Солнышко! Фоточка! Когда Диана позавтракала вкусно, плотно, и там еще были яйца и чай. Самое главное это яйца. Я их обожаю. Как положить фотографии друзей. Don't you think like that? I will love you honestly. If you don't believe in me, don't you be like that? I will love you forever. If you don't believe in me, yeah. Don't you think like that? I will love you honestly. If you don't believe in me, don't you be like that? I will love you forever. Шикарные работы, если честно. Смотрите на ее глаза, она как будто на вас смотрит вообще. Посмотрите друг на друга, да? Типа он даже что это было? На. Все. Lady Gaga is known around the world for her music and her unique style. In Madame Tussauds Amsterdam, you can see Lady Gaga wearing a bodysuit created by fashion designer. No, like people? With people faces? Ты так вводишь email, и тебе потом на email приходят твои видео, твои пения, вот то, что я пела. Все пришло, короче, сюда. Koningsplein. Vergeet u straks niet uit te checken. Вот так выглядит улица красных фонарей. Пока этих красных фонарей нету, я сниму вот так. Ну как? Алена? Понятно.